В Питере наконец-то наступило лето, прекрасная погода. Самое время, чтобы чуть-чуть прикоснуться к истории, чуть-чуть посмотреть на реликвии, чуть-чуть потрогать то, чего, казалось бы, потрогать уже будет никогда невозможно. Сегодня с нами машина сотрудника ГИБДД образца 74 года, ВАЗ-2101 у нас. Знаю, звучит сентиментально, но любовь одержимость человеком, в котором твоя жизнь. Найди мужчину, в которого влюбишься до беспамятства, и который полюбит тебя так же. Как его отыскать? Главное, слушайся сердца. Пока оно не колышется, без любви жизнь теряет всякий смысл. Пройти отмеренно и ни в кого не влюбиться, это значит не жить вовсе. Факт того, что мы уже можем прикоснуться к такого рода реликвии, наверное, уже праздник. Потому что таких образцов, я думаю, что не сохранилось по сей день. Ну, а если сохранилось, то там в единичных экземплярах, где-то в частных руках. А нам же с вами повезло, потому что этот образец нам предоставил начальник отдела безопасности дорожного движения и спорта Всероссийского общества автомобилистов. Прошу, вам к нам теперь. Видимо, стоит рассказать, что это, откуда оно взялось и что с этим стало. Ну и вообще, откуда этот автомобиль появился? Это раскраска, соответствует ГОСТу 74-го года. До копеек что было? Сотрудников. Москвичи. Москвичи. Москвичи, 21-е Волги. Ну, есть у нас даже один 401-й Москвич в частной коллекции. Когда приходили «Жигули» в принципе на рынок и преподносили, ну, выносили модель ВАЗ-2101, она подразумевалась как машина, которую можно модернизировать до потери сознания. В частности, с двигателем были ряд изменений, которые не позволял «Москвич». Что из этого использовалось? То есть это всегда были стоковые автомобили или их меняли? Здесь стоит двигатель 1100. Это первый двигатель, вот их выпускали до конца 74-го года. На бешеных 60 бобриных сил, да? Нет, 51. 51? Да. Ага. Вот. А у нас никто не занимался форсированием и так далее. У нас приходили двигатели, например, троечные, шестерочные, уже вот в таком кузове. А помимо люстры и рации, что давалось сотруднику? Сотруднику, рация и блокнот, и он вот... И все, да. Ну, потом пошли дисфара, определитель скорости, газоанализаторы, вот первые у меня, кстати, есть, ГАИ-1. А вот пропаганда, где я работал, это обычные кинокамеры 16-миллиметровые, Красногорск, например, фотоаппарат, Зенит, потом Ламо там и прочее. Ох! Вы почувствуете запах. Запах, как у дедушки в гараже. Да. Ну, в принципе, сесть в такую машину — это уже праздник, реально.
Вот этот вот руль в те времена, это же было прям шик и писк моды, кресло. Ну, они, видимо, нет, они родные или перетянут? Родные. Они, вообще, тут все родное. Понятное дело, что они уже чуть-чуть поскрипывают, вот но они мягенькие. Она без приемника была, вот я не ставлю. Правильно, зачем сотруднику приемник? Отвлекать же будет. Конечно. Где-то вот в этом углу раньше стояла рация, я помню. Ну, она и здесь стояла, в зависимости от габаритов конструкции, там, Виола или там другие. С олимпийским мишкой! Да, я... С олимпийским мишкой! Работал в Дзержинском РВД, Олимпиада 80, мы там стояли на зимнем стадионе. И мне там подарили. Ну, вот смотрите, вот, например, это родная, потому что у первых моделей до конца 74-го были вот такого размера. Ну, то есть перед нами образец, который по большому счету с 74-го года дошел к нам в практически неизменном виде. На двигателе отливкой написана дата изготовления, 5.09.74 года, отливкой. К 75-му уже такого не было. Для 1974 года двигатель вполне себе хорошем состоянии. Понятное дело, что его уже капиталили. Его капиталили в прошлом году, потому что начал масло есть ведрами. Ну, то есть до прошлого года он дожил без капиталки? Без капиталки. Космос. Дело в том, что металл-то тоже устает. И естественно. Большая. Дымить стал. Это самое. Горловина маслозаливная, высокая. Потом стали делать маленькие на грелка, так сказать. Так. Омыватель. Угу. Офигеть. Да, потому что. Три бачка сцепления, два тормозные. Потом стали делать тормозной сдвоенный. Два... Два тормозных контура. Да. А потом стали делать сдвоенные. Угу. Здесь два отдельных, а потом стали делать сдвоенные. Да. Ну и при том оно все такое достаточно живое прям. Ну. Так а что живое? Машина в идеальном состоянии. Все вы поехали. Вот она простояла всю зиму в гараже. Я вчера пришел, бензин залил, завел, и сегодня приехал. Где? И дальше поеду. Прибамбасы того времени. Того времени, да, это индикатор зарядки. Красный горит, когда аккумулятор разряжен, потом по мере зарядки вот второй и третий зажигается. А, так, он же такой, он еще накачивать надо. Да. Вот это прям да. Так, это у нас СГУ 80. Проблесковый маячок включается у нас правой кнопочкой. Левой кнопочкой у нас включается СГУ. Пульт управления, назовем его так, сам СГУ. У него левая кнопка включает мигалочку, а верхняя кнопка, через нее можно поговорить. К вопросу эргономики старых машин. Я, в принципе, ну, не совсем маленький парень, но вот сейчас я сяду здесь так, чтобы мне было удобно, прям вот вытянув ноги, можно сказать. Ну, вот, я, вытянув ноги, прям сел. Если я сяду сам за собой сзади, предположительно, я нарушитель, которого везут в отделение. Кстати, такая ситуация у меня была. Не будем ее вспоминать. Я здесь реально могу развалиться. Вот у меня здесь расстояние еще влазит, в принципе, даже не то, что кулак. Здесь. Потому что сиденья очень мягкие. Да, ты проваливаешься, тебе комфортно. Вот здесь я могу реально вот так вот лечь. Блин, охренеть. Подзапарился малёха, но в принципе решение такого вопроса есть. Не знаю, как у вас, так у меня точно, потому что в Питере начали продавать прекрасные снеки от компании МСЯО. Что такое МСЯО? Это просто тупо сушеное мясо вот в таких вот кусочках и вот в таких вот пачках. Все, что вам нужно, вот открыть пачку, сесть и начать есть в любое место, в любое время, как угодно и где угодно, просто вкусно и сытно. Делают наши пацаны в Ростове, поэтому МСЯО ищите в магазинах своего города. Ну, а если его там нет, то в Питере, например, его можно купить в магазинах goldstandard.com с доставкой в любую точку мира. goldstandard.com и МСЯО. Must have. Так, у нас загорелись все лампочки, что у нас все хорошо, и прикол карбюраторных машин придется покачать.
Очуметь. Слушайте, ну оно прям все такое вот... Двигатель работает настолько ровненько, да, подсос, это тоже прикол тех времен. А подсос для карбюратора, как только ты завелся, чтобы не стоять вот с педалью в полу, как идиот, включается подсос. Это ж прям вообще классик. Я всегда не перестаю удивляться, такие машины, они работают как часики. Вот я привожу всем в пример. У меня был Mercedes в прекрасном 124-м кузове, ну, такой как бы машина-стиль определенных времен, там, конца 90-х, начала 2000-х, у нее двигатель так не работал, при том, что там уже был даже не карбюратор, там был моновпрыск, он не работал столь стабильно. Это только честь и хвала тем людям, кто за такими автомобилями ухаживает. Запчасти были на это. Это последний 74-й год, это последний год, когда шли итальянские запчасти. Да, при том, что надо отдать должное все-таки нашим, как бы кто ни говорил, что все-таки ВАЗ-2101 украли тупо у Фиата, в основную модель, ну, по крайней мере, из того, что я читал в тех документациях, внесли порядка 800 изменений в конструкцию относительно Фиата. Причем там изменения были достаточно существенные, ну, и серьезные. Ну, кстати, распредвал старый, не менялся. 74-го года. Ну, вот это потом пошли их менять нужно через 15-20 тысяч нашего производства. Так, здесь, соответственно, у нас дворнички, ближний габарит и, я так понимаю, ближний свет. Печка, которая классически дует в двух режимах. Слишком холодно и, пожалуйста, перестаньте сжигать меня, особенно зимой. Это классическая история, кстати говоря. Ну, я не знаю, почему всего советского автопрома, начиная от грузовиков, заканчивая любыми легковушками, печка дует в двух режимах. Вот реально, либо очень холодно, либо, пожалуйста, перестаньте вот кипятком. А тут же еще не рулевая рейка, тут же еще трапеция. Да, эти зеркала, конечно, сделаны просто для вида, в них не видно вообще ничего. Все, что можно видеть, только вот здесь. С той стороны вообще зеркало, да, зачем зеркало? В те времена, да, технически не было. Кстати, отличие от москвичей тех же времен, потому что в то времена уже выходил 408-й, появились ремни безопасности. В 408-м москвиче ремни были технически не предусмотрены. Здесь, они уже, сразу, здесь они уже появились они с завода. Они сразу 72-го года шли с ремнями. Да. Вот это ремни 74-го года. Ничего не... Кстати, сиденье, хоть оно и регулируется ну, такими как зубцами, то есть невозможно его срегулировать там, вот, с точностью до миллиметра, оно нет. Регулируется, как вставая в каждый новый пас. Тем не менее, его срегулировать под себя, в принципе, никаких проблем не представляет. Да, кстати, особенности еще, опять же, тех времен, это четырехступенчатая коробка передач. Ну, и пятая, вперед, и да, пятая у нас шла назад, поэтому, если кто захочет включить вот сюда пятую, вас, да, но все равно вас ждет сюрприз. Пятой там нету, там за место нее вас ждет что-то другое. Слушайте, ну она едет просто вообще, как вот булочка, по-другому не сказать. Она... крайне слушается педали, она крайне слушается рулевого колеса, вне зависимости от того, что у нее нет гидроусилителя. Вот посмотрите, она входит в поворот вообще без каких-либо проблем. Она без проблем вытягивается второй, вот я практически с места сейчас начинал ехать, она вытягивается со второй вообще без проблем. Она крайне, вот посмотрите, она управляется, она слушается руля моментально. Эта машина просто прямо мечта и... машина эмоция. Вот на ней едешь, и сразу ты начинаешь думать, что что-то не так. Давление масла, что ли? Сейчас. Лампочка красненькая мигает. Нет, это стоит реле-регулятор современный, и оно, когда зарядился аккумулятор полностью, вот оно начинает моргать. Если включаешь, например, потребителей всех, это моргание прекращается. Вот только на холостом ходу и при выключенных всех потребителей. Тогда начинает иногда моргать, сигнализируя о том, что аккумулятор залез. Я, видимо, просто фанат таких с вещей. Маком. Да, ну это же прям вот... Судя по реакции, с маком. То, что видят люди, то, на что они реагируют во время введения каких-либо даже новшеств, тех же, там, не знаю, камер, новых штрафов, задача отдела пропаганды – правильно донести это до народа, в частности. Да, и до народа, и до всех участников дорожного движения, изменения в законодательстве действующем.
Российской Федерации, и какие-то местные, локальные изменения, схема организации дорожного движения, установка там каких-то знаков, других технических средств, повышающих уровень безопасности, в первую очередь пешеходов. Вот. А этот автомобиль мы еще используем как агит-автомобиль, агит-машину, значит, передвигаясь по улицам Санкт-Петербурга. Создается настроение. Создается настроение, безусловно. Мы призываем участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, пропагандирует, что в принципе соблюдение правил дорожного движения является залогом безопасности всех участников дорожного движения, в первую очередь детей. Проводим занятия с детьми, рассказываем, ну, в рамках военно-патриотического воспитания, рассказываем, на чем работали их деды, отцы в прошлом, да, как развивалась служба. Оглядываясь назад, мы понимаем, что сама служба пропаганды, она нужна, она действует, ну, скажем так, ее труд приносит определенную пользу, причем такую глобальную пользу для тех людей, кто не в теме. Какие планы на будущее? Ну, на самом деле, людей, которые не в теме, наверное, все-таки их нет. Мы так или иначе все являемся участниками дорожного движения. Первое – это пешеходы, да, пока отходим, доходим от дома до машины, мы являемся пешеходом, когда сели за руль, кто в автомобиль, кто на мотоцикл, кто на велосипед, скутеры там и так далее. То есть, по сути, мы все являемся участниками дорожного движения. И задача службы пропаганды безопасности дорожного движения – довести до людей то, что необходимость соблюдения правил дорожного движения, необходимость вежливого и культурного отношения друг к другу. Мы все являемся жителями культурной столицы нашего прекрасного города, поэтому надо соответствовать этому высокому статусу и культурно, взаимовежливо участвовать в дорожном движении. Планы у нас глобальные, наполеоновские. В идеале, значит, повысить уровень безопасности дорожного движения, к минимуму свести количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть последствий этих происшествий. Приоритетным направлением отдела пропаганды и службы пропаганды является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Значит, пропагандируем мы активно применение пешеходами на одежде, в первую очередь детьми, элементов светоотражающих. Это, ну, к слову сказать, что один светоотражающий элемент, правильно размещенный на одежде, по одним данным на 85% увеличивает заметность, по другим данным в 6 раз повышает заметность пешехода на проезжей части, соответственно, и повышает его безопасность. То есть водитель уже с большего расстояния видит. Ну, допустим, в условиях недостаточной видимости, либо в сумерках, водитель в ближнем свете фар способен распознать препятствия либо пешехода на дороге на неосвещенном участке на расстоянии не более 50 метров. Применение же светоотражателей увеличивает это расстояние в ближнем свете фар от 150 до 200 метров, в дальнем свете фар от 300 до 400 метров. Ну, несложно посчитать, что больше чем в 6 раз повышается заметность, а следовательно и безопасность пешеходов. За последние несколько лет службы безопасности дорожного движения не только в Санкт-Петербурге, но и по Российской Федерации удалось при помощи проведения различных мероприятий и социальных акций значительно снизить количество дорожно-транспортных происшествий, снизить тяжесть последствий этих происшествий, в первую очередь с детьми. Активная работа ведется по популяризации использования детских удерживающих устройств при перевозке детей автомобильным транспортом, при перевозке организованных групп детей осуществляются проверки, рейды и так далее. Организация, которая осуществляет такие перевозки. Допустим, работая с мотообщественностью, привлекая их к нашим мероприятиям, участвуя в их мероприятиях, постоянно ведется тоже пропагандистская работа. И по отношению, допустим, в 16-м, по отношению к 15-му году, где-то примерно на 40
0,7% удалось снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта. Угу. Почти на 18% с лишним удалось снизить количество погибших в этих ДТП. И почти на 50% количество пострадавших в ДТП с участием мототранспорта. Серьезно? Это ощутимое такое. Если взять, допустим, с 2013 года провести, то из года в год наметилась такая устойчивая тенденция к снижению количества ДТП на дорогах и количества пострадавших и погибших в первую очередь. Ну, это отрадно осознавать. Значит, мы не зря работаем, не зря едим свой хлеб. Все-таки эффективность от нашей работы достаточно такая ощутимая. Спасибо вам за это большое. Пожалуйста. Вот такой вот патриотичный выпуск у нас сегодня получился, что в принципе логично для канала с патриотической направленностью. Но сегодня это не случайно, ведь именно сегодня, 25 мая, исполняется 85 лет службе пропаганды безопасности дорожного движения. Просто помните, что ежедневно за тем бэкграундом, который вы видите в виде сотрудников на дороге, стоит огромный штат людей, которые заботятся о том, чтобы вам все было просто, понятно и в первую очередь безопасно. Поэтому, пожалуйста, помогите им и соблюдайте правила дорожного движения.